Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам мы снимаем это видео. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Жиндос, давай. Да, все, да, я пошел показывать, что я построил, все, пока, пока. Ой, что-то ты тут странное настроил, как я вижу, да? Вот всякие такие. Так, не смотрите. Пошел. Ну что, ребята, вот мой троллинг. И что мы будем делать сегодня в этой серии? Кто не знал, то Жека очень сильно любит суши. Вот действительно, каждый раз, когда я ему звоню, каждый день практически он хавает суши. Хавает их. Поэтому в этой серии я его отучу хавать суши и немного отучу от бомбежки. Мы вспомним предыдущие серии троллинга, когда Жека просто бомбил. Я его сегодня просто буду закалять этой самой бомбежкой в конце, что он просто отучится бомбить. Я очень сильно на это надеюсь. Ну да, отучиться бомбить, и, наверное, Жеке очень сильно понравилась моя карта. Ну, ребята, я не буду ничего рассказывать сейчас, потому что, чтобы сохранить интрижку, но, ребята, тут ему нужно будет добыть рыбку, то есть он будет падать тут, будет умирать много раз, потом хачапурчики, которые больше не любят Жеку за то, что он не любит их кухню, будут защищать вот этого китайозамана, потому что Жеке нужно будет освободить вот этого китайозу, чтобы он сделал ему суши. И потом Жека зайдет вот в этот дом. А в этом доме китайозом она сделает ему суши. И Жеке случится, у Жеки случится небольшой инцидент. Его начнет пучить, потому что суши будут не свежие. И после того, вот тут как раз таки в этом тубзелете, вот как видите, вот там есть тубзелет, начнется самая-самая-самая большая бомбежка, которая когда-либо была у Жеки. Потому что, ну, это будет реальный троллинг, где Жека вообще ничего не сможет сделать, он меня будет умолять и просить, чтобы я наконец-то его выключил. Так оно и будет. Я ничего не буду говорить, что там будет, чтобы сохранить интрижку, еще раз говорю. И давайте подождем, пока Жека там достроит, пройдем его троллинг и потом вернемся на мой, да. Ну что, Эдисон, я уже все построил, готов, чтобы ты не пришел. Ой, давай, я готов, мне прям интересно, Жека, что это у тебя тут за постройки такие необычные. Ну пошли. Слушай, Эдисон, для начала включи геймод 0 и пообещай мне, что будешь меня слушаться. Потому что я тебе не могу сказать, что там, чтобы не ломал всю карту, как бы, понимаешь, ты можешь взять и рукой разломать всю карту. Да, обещаю, Жека, обещаю. Вот, пока что... Ты охренел? Обещаю, Жека. Все, ничего тебе не буду говорить, давай, заходи на мое испытание, в принципе, все, я молчу, ты давай проходи. Вот, песок ты ломать можешь, да, можешь. Я могу? Вот. Да, ты можешь ломать песочек, но прочитать, что здесь не написано. Вот. О, Эдисон! Слушай, в общем-то, добро пожаловать на мою карту. В сегодняшней карте мы проверим, нуб ли ты в Майнкрафте, Эдисон. Ну ты уже нуб, потому что настоящий майнкрафтер, про-майнкрафтер, не копает блоки под собой. А я не под собой копал, я впереди копал. Вот и ну бас, блоки нельзя убрать под собой, тем более песок, который обваливает. Ой-ой-ой, сложно, ну. Да, понимаете. А у меня выбора просто не было, понимаешь? Да, был у него выбор, Конечно. Ну, Эдисон, ну. Что для... Так, ой, не ломай ничего. Ну, это случайно было, ну. Хорошо. Эдисон, что для тебя важнее, алмазы или песок? Вот, ты выбирай, как бы, и потом заходи в дверку и ломай. Вот. Ломать что? Проверим, ну ли у нас Эдисон. Подожди, ломать что? Ну, либо песок, либо алмазы, что ты выбираешь. Я просто посмотрю, что тут в сундука, хорошо? Так, Жека. Ну, хорошо, смотри. Угу. Ты давай, ты должен выбрать, Эдисон, нуб ли ты или не нуб, давай. Зачем тебе песок в Майнкрафте? Чтоб TNT крафтить, да? Чтоб TNT крафтить Джека? Ну, не знаю. Я не знаю, Эдисон, как бы, я тебе, ну, не подсказываю. Если ты не нуб, то ты понимаешь. Ну, без стекла, без песка можно выжить, а вот без алмазов тоже можно выжить, но только ты будешь намного слабее. Поэтому... Я уверен, что мне нужно выбрать песок, но я выберу алмазы. Потому что Жека у нас же дебил. Хорошо, выбирай алмазы. Ну, объясни. Я тебе объясняю. Ты даже не проверил, что за этими алмазами находится. Может, какая-то скрытая ловушка. Ты типичный нуб, попался на самую легкую ловушку в Майнкрафте. Просто ну вас. Это не считается. Давай. Это считается. Это не считается. Уже второй раз на бас. Это не считается. А я не мог там проверить никак, так что.
Да все ты мог, Эдисон, не переживай. Так, в общем, Эдисон, ну база вдвойне. Эдисон, знаешь, все майнкрафтеры, они как бы дружелюбны. Ну, то есть они все друзья для друга играют вместе. Вот, у тебя тоже есть один друг, я не знаю, кто такой тут бегает, но вот это, видимо, твой друг. Допустим. Вот. И ты должен вместе с этим. Ты должен вместе с этим другом, пройти мои испытания. Но для начала ты должен найти снаряжение, экипировку, которая находится вот на этой карте. Ты можешь ломать только снег. А, только снег, да, могу ломать? Да, у тебя вроде лопата должна была остаться или нет? Сложно, ну ладно, ладно. Ой, Жека, ты дурак. Только снег ты можешь ломать. Ах, ты ж говнюк, ты сломал не снег! Да, случайно, Ну ладно, ладно, ничего страшного. Ой, слушай, ой, что-то я нашел. Ооо. Ну. Ну, спасибо. Одежда для нуба. Да-да-да, спасибо, да-да-да. Давай, это еще не все, еще дальше ищи. Еще есть что-то? Да, еще есть. Хорошо, ща. Давай. Упа. Седло нуба? Я не возьму, мне не нужно оно. Не-не-не, не возьму. Тебе нужно. Эдисон, ты вообще, ты друг или нет? Ты должен спасти своего друга. Да мне просто седло не нужно. Это седло для твоего друга. А, то есть это для твоего друга. А, ты, Жека, для себя седло хочет? Ну ладно. В общем, Эдисон, я сегодня поработаю в роли твоей лошадки. Ну? Смотри, сейчас только слушайся меня, нажимай седлом на меня, и там будет что-то player mounting, что-то такое. Mount, player mount. Видишь? Ага, вот. Эдисон, я твоя лошадка сегодня. В общем-то, твоя задача. А я не могу контролировать его. Да-да-да, ты не можешь контролировать, не переживай. Твоя задача сегодня пройти испытание, я сам тебя буду вести, но ты должен меня защищать. И если я от тебя буду убегать, то есть я забоюсь, ты должен меня спасти, понимаешь, Эдисон? Хорошо. Только благодаря тебе я смогу выжить. Если ты меня бросишь, то ты, короче, не друг, и ты полный нубас. Поехали. Эдисон, поехал, Эдисон! Отбивайся, беги, всех! Спасайся! Жека, сложно, как слух, если что. Я просто ничего не вижу, Жека. А у меня одна стрела только, ты понимаешь это? Да, у тебя бесконечная стрела. Эдисон, вперед, спаси меня! Жека, я Эдисон, ничего не давай. Вижу! Где я? Эдисон, давай! Или ты нубас, давай, докажись, что ты не нубас! Да подожди, я не могу стрелять, ты понимаешь, потому что башка твоя мешает, я бить даже не могу. Лошадка не справляется. Ты нахрена? Ой, стежками. Походу ты сейчас умрёшь, да? Давай, стреляй. Жека, да убери ты эту хрень, пожалуйста, которая тошнит. Это вообще, Жек, нереально пройти. Ладно, я тебя могу. Убери вот эту хрень. Я не могу сам понимать. Эдисон, беги, давай, ты уже почти... Где я? Немножко совсем осталось. Жека, я не знаю, где я. Как говорит, у меня испытание на 4 минуты. У меня троллинг на 4 минуты. Я проходил это сам, нормально было. Да, конечно. Просто Эдисон, ты нубас. Да, конечно. Жек, ты понимаешь, что я не хрень? Смотри, у меня там тоже хп заканчивается. Да мне посрать, я просто ничего не вижу, ты понимаешь? Убери вот эту хрень. Все, сейчас ты будешь все видеть, не переживай. Ой, все, ты все видишь, все нормально, Эдисон. А почему у него так хп начало быстро заканчиваться, что я могу понять? Вот, Эдисон, слушай, походу я сейчас умру. А, вот такое вот не читерство, это читерство. Взял и уменьшил. Да. Я ничего не уменьшал, конечно. Ты понимаешь, что, да, полчаса там играл, меня не убивал, а вот сейчас за 3 секунды убили. Не-не-не, я серьезно ничего не уменьшал. Да, ври своим подписчикам. Да, ври, ну. Что? Я не врал. Я не буду еще раз проходить. Давай, ты там уже почти всех убил. Да давай. Ты паскуда тупая, а. Смотри, у тебя получится. Давай, Эдисон, докажи, что ты проби в Майнкрафте. Почему я сейчас могу контролировать вот этого? Или это ты контролируешь? Ты не можешь ничего контролировать. Ага, то есть ты издевался просто предыдущий раз, то есть водил меня вокруг там, да? В смысле? Я еще... В смысле? Слушай, Эдисон, кажется, тут проход завоел, ты должен мне помочь, должен скопать проход. Эдисон, слезай с меня, Эдисон. Эдисон, ага, все. Пока, Жек. Не-не-не, Эдисон, ты должен мне помочь, Эдисон. Раскапывай проход. Паскуда ты мелкая. А почему я его даже бить не могу? Спасибо, Жека, что таких НПСов поставил. Я тебе помогу.
Он делает непроходимые испытания, еще что-то бомбит. Подожди, а я, как же я, в смысле, куда ты пошел? Как же я? Жопу тебя. Ты меня забыл. Нет, я сам пошел. Эдисон, ты что, на базе? Я сам пошел. Быстрее садись на меня, Эдисон. Пошли за мной. Пошли. Вперед, бегите, спасайтесь. Ой, что-то взрывается. Если сейчас моя карта взорвется, Жека. Беги, Эдисон! Все, видишь, все, мы ладно, пошли сюда, иди сюда, мелкий. Ты и так прошел как-то. Иди, все верно, все, он пошел обратно, зашибись. Я не могу. Делает непроходимое испытание, еще что-то возмущается. Все проходимо. Ничего не проходимо, ты сам его контролировал, куда он должен пойти. Я так и понял. Первый раз я вообще никуда не мог идти. Да, конечно. Эдисон, ну я хорошая лошадка, скажи мне, пожалуйста. Вот это да, с этим согласен. Прям скажи Иго-го, Жека. Иго-го, пошли. А, ну, Жека. Все мы знаем то, что у тебя часто случается понос, да? Из-за того, что. Чё? Жека, стой на месте. Ты говорил, что будешь слушаться меня. Да, я слушаю. Ты меня стрела в глазу. Спасибо. Жека, все мы знаем то, что тебя сильно пучит каждый день, потому что ты много... Он мне сам рассказывал то, что у него там диарея и вот это все. Какая диарея? Там врет. Да. Вчера понос целый день был, и в прошлый раз, ребят, помните, когда он на стрим не явился? Вот почему он не явился, потому что у него понос был. А, ну да, конечно. Короче, да. Знаешь, почему у тебя понос так часто случается, Жека? Потому что ты кушаешь много суши, понимаешь? Много спрутов, я понял. Да. Поэтому, ладно, сегодня я тебе буду отвечать. Ну, короче, ты сам все посмотришь. В первую очередь тебе, Жека, нужно выловить вот тут три рыбки. Вот тут есть удочка. Давай, удачи тебе, Жека. Лови. Они же меня бьют. В смысле, просто рыбку ловить? Просто рыбку. Не, ты не так понял. Просто по майнкрафтовски. Да, просто рыбку ловить. Да, хорошо. Лови три рыбки, Жека. Я подожду, я посплю. Ну, или может другой какой-то способ найти словить рыбку. Я не знаю, допустим, спрутов убить или... Чё это сейчас было? Ты где же? Алло, Жека, ты куда пропал? Иди сюда. Давай. Да, бей спрутов, Жека. Или просто лови рыбку, я не знаю, как хочешь. Жека, у них мало ХП, у них мало ХП, так что... А чё ты... Жека, лови рыбку. Давай, да чё ты так... Да куда ты меня откидываешь? Я не могу его даже ударить, Эдисон! На, я тебе помогу, Жека, давай, бей, давай! Жека такой нубас, что даже спрутов не может быть. Ладно, на. Вот он тут застрял, я его тягачить убью! Давай, бей его, Жека. Дал бы мне какое-нибудь оружие, не знаю. Не, руками, Жека. Руками. Все по рукам. Да. Вот ты его убьешь сегодня, нет? По рукам. Да он не умирает, никто не умирает. Да как не умирает? Вот смотри, один умер. Сейчас второго закажу. Давай. А где ты поднял рыбку? Да, одна рыба. Давай, молодец, Жека. Давай. На. Все, изи. Еще вот этого. Вторая рыбы нету. Значит, ты его просрал, Жека, значит, меньше суши будет. Давай, еще бей вот этого. Бей вот этого или... Ну да, может... Да, бей. Жека, только давай что быстрее. Что там за проход? Где? Что там за проход такой? Ну, там... Смотри. Там нужно тебе... Вот, смотри, вот там рыбка выпала, еще видишь? О, где рыбы? Да. Вот, теперь тебе нужно пройти вот в это... Мне кажется, я сейчас умру. В эту дверь тебе нужно пройти. Мне кажется, я сейчас умру, я боюсь. А-а-а, я так и знал. Подожди, Жек, а я говорил тебе, что нужно туда в тот проход идти или нет? Я вроде... Это было интересно. А-а-а, я опять упал. Да, ну Жека, пускай себе там троллит, Жека, ну все нормально. Давай, Жека, ты пэхайся ко мне. Да, я сам тебя троллю. Да, нормально. Я даже ничего не делаю, ребята. Короче, Жека... Ты любишь суши, да? Но сегодня хачапурчики обиделись то, что ну ты не кушаешь их кухню, то что ты не любишь их кухню, да? Поэтому взяли в заложники. Жека, они взяли в заложники китаёзумана, понимаешь? Тебе нужно освободить китаёзумана, чтобы он сделал тебе суши. А каким образом? Нужно убить четверых хачапурчиков. Нужно придумать способ. Руками? Не, тут есть скрытые ловушки, где тебе нужно. Я понял. Да твою мать! Жека, тебе нужно их убить, а не чтобы они тебя убили, понимаешь? Я понял.
Я не спаунпоинт не поставил, подожди, спаунпоинт, все. Помогите. Жека, ищи какие-то ловушки, ищи ловушки, чтобы их убить. Я не могу понять. Какие ловушки? Давай, иди сюда, хачапурчик. Иди сюда, хачапурчик, иди к нему, иди к нему. Нет, что-то Жека не хочет идти, если честно. Хачапурчик, иди сюда. Давай, хачапурчик, хачапурчик! Вообще, Жека, быстро иди скидывай его, быстро иди скидывай. Я умер, подожди. Так, иду. Хачапурчик, давай! Да что происходит, я не успеваю! Ладно, ладно, давай, Жека, еще раз. Ты справишься, я просто уверен, ты справишься, Жека, давай. Давай, Чепурчик, я тут свой, я свой. Да хватит это делать! Ладно, у меня есть план, все. Ну, план. Подожди, это... Нет, я зачем их к себе-то притягиваю? Ребята, это он еще говорит, то, что я нуб. Убил одного! Молодец! В полете молодец, готов! Молодец! Он говорит то, что я нуб. Хорошо, сейчас увидим, кто у нас нуб, кто у нас дурак. Давай, Жек. Чего? Да не, тебе нужно их убить. Да, конечно. Уверен, что нет. А, там сундук! Там был сундук! Ой, Хачапурчик, Влада горит! Давай, Жека, давай, быстро, освобождай их, китайотамана! Освобождай. Давай, быстро, давай, быстро, что-то так тянешь, еще Хачапурчики вернутся, Жека. Давай, уже побыстрее. Я бью. Такой, давай. Так, ага. Давай, все. Нанял, погнали. Беги. Погнали, китайоза. Китайоза, она что-то не ходит, ходит. Открой дверь мне, открой дверь. Давай, быстрее, Жек. Быстрее, дверь открой, быстрее. Ой, я поставил спаунпоинт в этом. Нет, ты понял, да, где поставил? Да, я понял. Давай, Жека, давай. Все, Хачапурчик, да, все. Так, Жека, сейчас Хачапурчик все сделает. Сейчас Хачапурчик. Ну, да ничего тут нет, Жека. Просто подожди, пока Хачапурчик. Хачапурчик, это Йозамана. Да, ну ты Хачапурчиков убил, да, поэтому вот так получается. Короче, Жека, вот держи. Китайозамана сделал тебе суши. Но, знаешь, чем все заканчивается, когда ты хаваешь суши. Давай, Жека. Давай, хавай. Я не могу есть. Актерскую игру включи, хавай, Жека. Ладно, Жека, сегодня мы будем тебя, как это сказать, актерская игру. Сегодня, Жека, короче, давай, заходи, и иди на туалет. У тебя опять диарея, Жека, да ничего тут нету. Тебе нужно прокакаться, понимаешь, очень сильно. Тебе нужно сильно прокакаться. И знаешь что? Давай, какай. Просто зажимай F. Вот. Знаешь, Жека, что это с тебя выходит? Это выходит с тебя... Не. Хачапурчик тоже. Но это с тебя выходит, Жека, вот те все бомбежки, помнишь, вот эти все паркуры прошлые серии. Давай, выпусти это все. Давай. Но, Жека, я тебя буду закалять в этой серии, знаешь как? Я тебя буду прям закалять, чтобы ты больше никогда не бомбил. Знаешь, то есть все, ты будешь иметь иммунитет к бомбежке, понимаешь, Жека? Понимаешь? Держи. Смотри, как мы тебя будем. Иди сюда. Вот ставь редстоун вот туда. На дальний блок ставь туда. Все, Жека, сегодня мы будем тебя закалять бомбежки. Поэтому. Ты со мной сделал. Жека. Я так и знал, что туалет нужно сломать! Я так и знал! Ты будешь вечно сидеть. Жека, ты будешь сейчас вечно сидеть на туалете, и себя вечно будет выходить вот эта бомбежка с твоими сушами. Да ты заколебал, я даже сидеть не могу. Ну хорошо. Хреначит потолок. Помогите! Кто-нибудь! Все, Жека теперь вечно, вот я просто обещаю, он вечно тут будет сидеть на вот этом туалете, он никак отсюда не сможет уйти. Жека, ты никак не сможешь. Да помогите мне, господи! Я в потолке застреваю. В смысле? Смотри. Я убрал потолок. Вот. А, все, теперь не в потолке. Вот. Я убрал потолок. Все. Все, я просто в меня потолок бил. Вот так вот! Минус туалет! Минус туалет! Ну, и что дальше? На, получи свой. Ну хорошо, Жека, ты и так будешь тут закаляться на вот этой своей бомбежке, которая у тебя сегодня была. Поэтому. Жека отсюда никак не сможешь выбраться, я просто вам обещаю. Не, он никак не сможет выбраться. На том месте будет вечно. Ты сломай этот сраный редстоун, меня уже тошнит.
Сейчас реально выплюнусь где-нибудь. Жека, закаляйся, чтобы больше никогда не бомбил, Жека, закаляйся просто. Скорей себе, как мужик, я никогда не буду бомбить, вот прям никогда не буду бомбить, Жека. Помогите! Ладно, я пошел заканчивать серию, Жека, тут оставайся. Хорошо? Я уже умру. Ну, умирай. Я себя телепортирую. Да помогите, да уберите сразу Redstone! Реально тошнит уже, я тебя прошу, убери его. Пожалуйста. Ну, Жек, может не надо? Ты закалился уже? Пожалуйста. Все нормально уже? Я закалился. Да. Все нормально уже? Я с киркой нахрен отфигачу. Мне кажется, туалет нужно вернуть. Все, мне сейчас тошнит. Пожалуйста, хватит. Ой, ну ладно, ладно. Мне кажется, Жека больше никогда суши не будет кушать. Все, Жека, ты свободен. Ты свободен, Жека. Иди ты в жопу. Иди ты в жопу. Иди ты в жопу, Эдисон. Все нормально. Вот что я хочу сказать, да. Да, вот так вот, да. Вот что я хочу сказать, да. 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 Тебя твою карту взорвал? Да? Да? Да ничего, ты будешь перестраиваться, Жека, так что все нормально. Это просто я пробомбился. А, ну тогда хорошо, Жека, я ничего против не имею, хорошо. Не, вот тут не надо взрывать, вот тут не надо. Ну, ладно, да, хорошо. Вот тут этот спам, Жека, тут нельзя взрывать. Ребята, да, в принципе, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем чаще Жека будет у нас бомбить, да, Жека? Да, и, ребята, пишите в комментариях, какой Эдисон дебил, что он сейчас взорвется. Всем пока, пока, и пока, еще раз пока. Сам будешь перестраивать дебила кусок. Все, всем пока, ребят.